У жовтні в НДСЛ «Охматдит» пройшла презентація найсучаснішого та унікального в Україні обладнання, яке було встановлено у лікарні завдяки грантовій програмі німецького благодійного фонду «Ein Herz für Kinder». Я очень рад, что сегодня мы смогли сделать так, что на сумму более 3 миллионов 139 тысяч гривен куплено оборудование, 7 установок, 2 из которых имеют уникальное значение, потому что аналогов в Украине не существует. И данное оборудование сможет помочь и сохранить здоровье наших детей. Це обладнання дозволить суттєво збільшити пропускну спроможність лікарні, підвищить ефективність роботи лікарів, вдосконалить якість дослідження аналізів та проведення операцій. Загалом до складу надійшло 7 одиниць обладнання, які були встановлені у консультативно-діагностичній поліклініці та у стаціонарному відділенні. Объемы медицинской помощи, которые мы оказываем, они огромные. Это порядка где-то 20 тысяч больных детей в год. Наша больница национальная, и мы пытаемся, чтобы наша помощь действительно была высокоспециализированная, в ряде направлений уникальная. Мы получили лабораторное оборудование, гинекологическое, которое позволяет лечить заболевания и не давать этим заболеваниям переходить в онкологию. И я хочу выразить огромную благодарность нашим уважаемым партнерам, фонду «Кличко» и немецкому фонду «Ein Herz für Kinder» за ту помощь, которую они сегодня оказали нашей больнице. Благодаря этой помощи наши медики смогут сделать прорыв в детской медицине и оказывать медицинские услуги, которые будут не хуже, чем оказывают в Европе. Кличко Foundation und Klinik Охматдит bedanken sich für so ein großzügiger Tat von Ein Herz für Kinder und alle, die gespendet haben. Es ist so schön, wenn hier in der Ukraine jetzt die Kinder auch sehr gut und professionell behandelt werden können. Vielen Dank noch einmal und wir warten auf eine fruchtbare Kooperation in der Zukunft. Danke!